Не работают ни хрена оповещения, но я попытался, и они заработали. Не всякими там незаконными способами, чем-то еще, но, короче говоря, теперь они открываются, возможно, чуть попозже исправиться совсем, и все будет вообще нормально. Пока что приходится как-то так. Короче говоря, мы сегодня будем опять играть в Ассасина, потому что его нужно пройти. Мне предлагали незаконные способы какие-то страшные, не слышно меня. Незаконные страшные способы, которые нельзя использовать, потому что это... Ну, это потому что нельзя, но возможность мне настолько сильно надоест, что даже будет можно. Так вот, с прошлого раза, собственно, сейчас... Не понимаю я, на ком из... Вот помню, Ермакова была, Волой 123, по-моему, тоже был. Поэтому Рамазан Каквайев, который забыл пароль, сейчас я вычитал в чате, добро пожаловать еще раз с другого аккаунта. Квекоста 2002, и дальше. Ньюборн, Пригаил Киска, Дентик 222222. Мразион, добро пожаловать, Леу Корхиния, пятый месяц, собственно, вот.
Не знаю, сколько сегодня будет стрим, может, до 9, может быть, чуть побольше. Посмотрим, как я там вечером поем. Может, мне я поем, и мне не захочется дальше ничего делать, пойду спать. Поэтому разберемся с этим делом. Чего ты смеешься? Ты сама, когда поешь, тебе охота стримить вот сидеть? Тоже. Ишь ты. Я сейчас бы вот все пожрали и стримить бы пошли. А прям я так и поверил. Так, Ultra Low, третий месяц только что пришел сюда. Так, музыка. Блин, сейчас опять придется громкость накручивать, потому что я не помню, что там было в Ассасине. Мы их Bloodborne немножко туда это все перекручивал в ОБСе, но думаю, разберемся похеру. Играть, прибавить, выключить музяку. Сегодня какая-то попса, по-моему, играет вообще. Фу, гадость какая-то. Ну ладно. Я просто очень долго искал, потом понял, что нахуй, что-нибудь включу и пусть играет, мне не жалко. Вот, собственно, и все. Я сегодня хотел, на самом деле, начать другую игру, но уже времени поздно и не хочу начинать ее так, на такой короткий срок. Сначала хотел одну, потом хотел другую, потом подумал, я вообще ничего не хочу. И все, и все, и, собственно, все. Поэтому сегодня будем просто играть в Ассасина. Если он загрузится, конечно, я не знаю. Но вроде как грузится. Там написано 18 часов в игре, 41%, 23 игрока уровень и сколько-то там убийств еще. Если 41%, то это, наверное, недолго. Пойдем, короче, тупо по сюжету. Я сейчас убавлю уровень сложности вообще на минимальный, чтобы меня совершенно ничего не тревожило в этой игре. До дополнения. Если мне реально надоест этой хуйней заниматься, то... Попробуем, короче, сделать что-то там, какие-то незаконные действия. Я не буду пока говорить, кто их предлагал, то мало ли. Чернить человека просто так, хотя куда уже чернее. Да? Его уже не очернишь. Его уже ничем не очернишь, он уже на все готов, он уже ко всему привык. Ему уже все равно, наверное. Ничего в этой жизни он уже хуже этого не сделает, я так понимаю. Ай, вот. Вот. А какую игру я хотел начать, я не знаю. Реально, хотел сначала одну, потом подумал, блин, да нет. А ведь начинать игру, это надо начинать и играть в нее постоянно. А вдруг мне расхочется постоянно играть? А если я, короче, играю в игру не постоянно, то я ее бросаю. Я либо должен постоянно в одну и ту же игру играть, либо мне надоест, и я перестану в нее играть. И очень много времени пройдет, когда я захочу в нее играть по новой. Так уже было с Королем Баунти. Не раз. Так не было с Dragon Age, потому что я его проходил постоянно каждый день. Или не каждый день, но постоянно. Да, вот как, видишь, я целый день записывал, чтобы потом два дня играть и не записывать. Поэтому я не могу как-то очень сильно кидаться туда-сюда. На запись могу, потому что запись — это запись. А это по-другому совершенно. Так, чё по громкости? Раз. Но здесь вроде нормально. Здесь нормально, вот во время битвы, я не знаю. Нормально вроде. Так, давайте сразу сделаем вот это вот, что я хотел. Значит, вот так. Игра. Экран, графика, игра. А, вот уровень сложности. Вот так вот. Пока мы дойдем до дополнения, я буду играть на низком, как нуб. Потому что я не хочу вообще никаких проблем иметь. Я просто хочу быстро пробежать сюжет, нахуй. И поднять быстро уровень. Игру чуть потише. Мне кажется, нормально, нет? Прям раз. Вот смотри, раз. Мне кажется, по моим ползункам, бегункам все нормально. Вот смотри, сейчас будет драка. Раз. Нормально же все. Вроде все нормально, нет? Что? Тебе конец. Отлично. У меня же прокачан, короче, раз. Тестируем. Я как играть не забыл. Тестируем звук. Нормально все со звуком? Все нормально? Если все хорошо, то все нормально. Я же вкачал какой-то навык, который позволяет мне кидаться.
После совершения быстрого убийства я могу кидаться еще ножиком, и все будет хорошо. Так, ладненько, давайте вспоминать, что у нас там. Что у нас тут? Задания нужны основные. Уровень 25, веса крокодила. Поехали, взвесимся. Ой, бляха, очень далеко. Ой, как далеко, нихера себе. Что-то прям очень далеко, совсем в другую область. В Фаимскую область надо ходить. Через Сахарскую область. Оно, в принципе, нормально. Что это такое? Дар богов. Зелененькое задание. Что оно зелененькое, что оно отличается от обычных. Давай поставлю, посмотрим. Посмотрим, что за дар богов такой. Здравствуй, Миша. Привет всем, еще раз, кто подходит. Если все хорошо, то все нормально. Ну, вообще-то это логично вполне. Если все плохо, то все не очень, как минимум. Че? Что ты ухнешь? Кто? Какой Миша? Не два маленьких Миша, друзья. Что за Миша в друзьях? Алло. Что за Миша, я не понял. Сейчас вместе с Мишей выгоню вообще вас всех. Буду один играть, поняли? Как прыгать-то? Точно. Миша, да, смотрите, Миша говорит, ага. Вдохновлен я старыми охотниками, и Димой сел играть в ББ. Два часа меня пиз. Били первые встречные бомжи, психанула, пошла разгадывать судоку. Бля, игра не для слабонервных, игра для мужиков с яйцами, чтобы пришел и сироту косу сперва заебанул. Поэтому это очень, конечно, сложная игра. Но прикольно, не знаю. Она мне нравится больше Dark Souls, она веселее, она интереснее. Она разнообразнее, что ли? Да хрен его знает. Я был молод и глуп. Несмотря на то, что в Dark Souls гораздо больше вроде как оружия, но разнообразия в нем вообще малость прям. Миша, держись. Нет, не держись, Миша. Миша, беги. Миша, беги, а ты иди. Ну иди, чай мне принеси тот с фруктами. Ишь ты. Здравствуйте, вампслейер. Вы случаем не Миша, блядь? А то ишь ты, Миша. Так, чё у меня скачет полоска-то? Вроде все нормально, без пропусков. Вроде все хорошо. Миша, ты, Миша тут, ёптой мать. Ну, покажу сейчас Мишу. Кстати, да, я пересмотрел, как ты раскатал этого шкалера с мамкиным лезвием. Ну, еба. По-мужски сделал, все красиво, все четко было. Все отлично. Все как положено. Здравствуй, Мика. А я не зол, я шучу, что ли. Мне же сразу сказали, какой Миша. Я уже понял, что это за Миша. Я уже понял, блядь, что это за Миша. Чуточку сбавлю, наверное, игру все-таки. Прям вот на милиписечку чуть-чуть. Чуткаря на кискину. А, может, ты мне не хочешь... Чё? Бля, я здороваюсь со всеми, давайте без этого. Я с кого вижу, с теми здороваюсь. Если кого-то я не замечаю, я не виноват. Не нужно по 100 раз об этом писать. Это я тебе, КП, бро, говорю. А то ишь ты, блядь. 25 only. Добро пожаловать. И мизантроп 23-23. Тоже добро пожаловать. Здорово, Джесус. Здорово. Что ты злишься? Что это за злящиеся смайлики такие? Ну-ка, объясни мне. Что не так? Что случилось? Хочешь нам что-то рассказать? Бля, меня сейчас ушатают здесь. Ёб твою мать. Ох! Вот это сейчас было красиво. Ах, попал красиво. Сука, не попал, ладно. Горишь, падла. Горишь, сука, жопа горит, да? Ах, какую ебу сейчас, слышь. Ты, сука, ты, блядь, не видишь, два мужика разбираются, тварь, уйди. Ебать, я попадаю, либо этот уровень сложится, либо я такой охуенный просто парень. Да иди сюда, ты заебешь.
Ну, сука. Ай. Так, а как нам кидаться дротиками-то? На Z? Нет, как кидать? На E? На Q? На F? Я не помню, короче. Так, настройки. Управление. Ты понял, не помню. Способности. А, четверку надо выбрать, блин. Во. Бляха, сложно. Что-то я забыл. Сложность уже убрал, да. Уже у меня самая легкая. Ну что ты подвис-то, собака? Так, что нужно делать, когда он подвисает? А, я нажал Z. Все, точно. Я хотел кинуть дрот. Дрот не получилось. Здравствуй, самый злой. Здравствуйте, шаркист. Да, видел, я ему сказал, что-то такое злой, рассказывай, что случилось, он ушел нахуй, наверное. Он заходит, делает вид, что он здесь бывает и уходит, смотри, какой хитрый, хитрый какой. Какой же хитрый, хитрый пиздец. Чтобы он знал, что я ему не безразличен. Что я сказал сейчас, чтобы он знал, что я ему не безразличен, да. Будто бы сам раз спустился на землю. Он удостоверился в этом еще раз. Он хотел зайти к себе, но почему-то по привычке опять тыкнул на меня. И в очередной понял раз, что я ему не безразличен. Ясно, понятно, все хорошо. Так, у меня упал метеорит, я так понял. Дар богов случился, да? Куда-то он туда. Бляха, ну ладно. А что ты не отмечаешься-то? Куда он упал? Ладно, пойдем на дым. Интернет играет со мной злые шутки. Тыкаешь всем попало в друзья, да? Такие шутки с тобой интернет играет, а, Миша? Сейчас бы, блядь, свои вот эти вот тыканья-то на интернет валить. По-моему, стример от народа не может тратить время на чужие стримы. Не исключено, не исключено. Золотоксиане прилетели. Возможно. Сейчас проверим. Но, по-моему, это ФФшники приехали. ФФшники прилетели. У нас вот, кстати, обновление в паблике, если вы не в курсе. У нас появился новый модератор, который будет работать, не покладая рук, получать неприподъемную зарплату. Просто нельзя поднять пустоту, как бы. Нет, следующая моя задание. Диана. Нельзя поднять пустоту, поэтому как-то так. Метеорит, окей. Сами боги указали мне на это место. Это вход в усыпальницу. Хочу, чтобы Куплинов надо мной поугарал. Давай ты станешь первым, кого я забаню на этом канале, давай? Хочешь такой прикол? Вот реально, будешь первым, кому я дам бан. Никому еще не давал, ты будешь первым. Нормальный прикол? Нравится тебе? Прям вот, думаю, идеальный будет прикол сейчас. Сейчас специально сверну игру, короче. А я даже не буду сворачивать игру, у меня на другом компе есть чат. Ебать, поприкалываемся сейчас. Поорём, да, все вместе. Солнечными часами. Или нет? Надо запомнить число. 15. Хули его запоминать, это же Final Fantasy. Надо запомнить число. 15. Пишите головоломку солнечными часами. Надо залезть на башню и посмотреть куда-то на цифру 15, что ли, там будет клад, типа. Просто тут башня рядом, я был, там вышка, перемещалка. Я что-то важное пропустил. Ну, походу, да. Так, вон там, наверное, башня, да? А, так вот он. Область исследования надо держать В. Был в этом месте? Нет, не был. Это часы, которые нарисованы в гробнице.
Ага, полезли наверх. Говорили на каком-то стриме, что здесь есть типа отсылка к Final Fantasy, поэтому я в курсах. Поэтому я в курсах. У меня невозможно, блядь, мерзнет голова. Я не могу просто. Не буду я надевать шапку, но голова все равно мерзнет. Короче, у меня мерзнет голова, а еще у меня чешется неебически шея. Только сюжетка. У меня никогда обычно не бреют сзади лезвием. А в этот раз побрили. У меня там волосы уже отросли, и мне тыкают нахуй в шею, когда я делаю вот так. А у меня очень жесткая волосня, и это очень плохо. Это, бля, больно прям до невозможности. Быстрее бы уже отросло. Чё не так-то? Было 15 часов, чё? Чё, я всё просрал? Так, как там ждать-то? Мэ. Да, мэ. Чего, стригся, жарко было? Да пора бы уже было почему-то. Дело не в том, что она чешется. Как бы она чешется, когда у меня волосы тыркаются. Я не могу сидеть неподвижно же. Поэтому я тут ничего не сделаю. Ты вот, Шнапс, поздравила своего нового коллегу, скажи мне. Коллегу поздравил, рассказала, как жить дальше ему. Так, открылось, допустим. Стрельнуть, что ли? Все правильно. Все правильно. Я думал, ты просто угадал. Не. А что правильно-то, блядь? Так, что делать-то? Подсказывайте мне, я не хочу тут сидеть полтора года. Что делать? А, все, я все сам решил. Пока вас дождешься тут. Я его учитель. Да. Ты научишь. Это свет во славу богов? Ура! Что я наделал? Ты перепутал букву, надо кричать ура. В гробницу. Гробницу, погнали в гробницу. Здравствуй, Саева. Здравствуйте, Криос. А, вы не здоровались, ну окей. Тогда не здравствуйте. Кто там этот? Как его зовут, этого пидора-то? Ну как пидора-то зовут главного? Ну как? Ноктис? Нет, главного пидора. Ноктис главный герой. Промпт, да, сейчас промпт только придет с расставленными ногами, будет сидеть ждать нас. Вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Я долго шел сюда. Я повидал многое. И теперь я один из вас. Ой, хотел бы сказать, но вспомнил, что сказал на вчерашнем стриме. Правильно, правильно. Подсказки и советы запрещены, пока я сам в открытую их не попрошу. Ебать, это этот. Это же этот мука. Кто это? Мудак-козел? Плохой он? Че ж в нем плохого? Вот вон меч дал, видишь? Сейчас бы такие глупые вставки к отсылкам делать. Да нет, там прикол же был, что Final Fantasy был этот, как его, ивент по ассасинам. А сюда добавили эту хуйню по Final Fantasy. То есть они обменялись. Как это называется? Коллаборация, ебать. Ты же не прошла его, да? Я не стала ассасинов, я не люблю ассасинов. Никто не любит ассасинов, они неинтересные же. Так, а чё, это скин просто?
Лечение при крит-ударах. Бля, такой скин, короче, нормальный. Сука, вот обидно-то, а? А по скину дали что-нибудь, нет? О, чокобо нахуй. Кве. Блин, обидно, что это просто как бы меч. Обидно, что просто меч. Идеальный меч. Просто прям идеальный. Чего? Да это при кредитовании. Не, ну щит-то я, конечно, оставлю. Щит хорош. Он как мой, только он выглядит заебись. А вот меч, блин, мне не нравится этот меч. Потому что мой меч... где он там был-то? Мой меч накидывает отравление и, соответственно, ударил. И течет, отравляет и убивает. Блин, ладно, побегаем с этим, ладно. Посмотрим, что... Ёх, нихуя. Ладно, придется с этим бегать, так и быть. Слишком хорошо выглядит, конечно. Слишком хорошо выглядит. Прикольный мехонический меч. Причем меч оригинальной игры. Оригинальной игры какой? О, у меня чат вылетает. Если на него вначале наткнуться, то в дальнейшем легко становится в разы. Да нет, а у меня же был этот по ключу, который мне дали. Там же типа предзаказанная версия. У меня дохуя этих было. Имбовых мечей. Я мог выбирать себе любой, у меня такой же тоже был. А он же выпадает на тот уровень, который сейчас у главного героя. Или как это правильно делается? Он же выпал мне на 23 уровень, потому что у меня 23 уровень. Пришел бы я на первом уровне, он тоже был первого уровня. Поэтому вряд ли на что-то будет. Так у меня не было. Это да. Это да. Так с какой оригинальной игры меч? А, с FFF. Ну, блин, у нее эффект, конечно, пиздатенький. Здравствуй, Дагба. Ну так хватит, сколько можно финалку-то всовывать. Хватит и этого. Хотела покупать ассасина, но теперь передумала. Что ж теперь? Это нехорошая информация, если кто-то вдруг из Ubisoft об этом услышит. Мне дали ключ, а в итоге после меня кто-то перехотел играть в ассасина. Да, наверное, просто я так скучно его прохожу, поэтому тебе не захотелось его покупать. Попробуй сама. Купи. Купи, игра хороша, конечно. Игра хороша. Замечательно. Здравствуй, Ундертакер. Ундертакер. Как, блядь, я позволяю прыгать-то как все время? Лучше финалку возьму. Не, финалку не бери. Не, финалка она фу. 15-й прям мало. Бери 9-ю, она хороша. Ты, наверное, английский знаешь, ты же. А, хотя ты не знаешь ни хрена. Все равно бери. Так, как свистеть? Ф. Нет. Q. Да. Чокобо, поехали. Еще бы забавную музыку включали, когда он на нем перемещается. Было бы вообще хорошо. Четырнадцатый онлайн было. Вчера просто решил взять прорекламированный Липтон, а его разобрали в магазине. Потому что хороший чай, еще говно-то всякое, наверное, не буду показывать. Кто-то даже дизлайк и отписку, короче, сделал после этого, прикинь. Захожу в комментарии под стримом, там все говорят. Сплошная реклама Липтона, а не стрим, дизлайк, отписка. Здравствуй, Fruit Loop. Ну когда в Final Fantasy на Чокобо гоняешь, там музыка веселая играет. Вот здесь бы тоже весело играло, было бы хорошо.
Ой, долго, конечно, долго. Ебать. Подустал маленько. Кто? Да вряд ли. Дизлайк, пиписка. Странное у тебя сегодня сообщение. Да Джессус, он пишет дизлайк, пиписка. Так они же вроде одинаково все бегают, а не может быть быстрее, не быстрее. Квантика, привет. Надо было считать, сколько раз страницу обновил. Да можно было подождать, она заходит со временем. Так Джессус все-таки смотрит. Да, мне кажется, он для галочки просто так заходит. Зашел для галочки, ушел для галочки. Никто ничего не заметил. А Джессус типа тут. Да ушел, я не ори. Дополнение будем проходить. Ну, так я драть дополнение-то играю. Ну, че вы? Ну, че вы? Сейчас посмотрим сюжет, типа, быстренько, и потом в дополнение. Потому что дополнение с богами хорошее. Интересное. А так, не то. У Джессуса бот стоит, кто периодически вкидывает что-то вроде пиписки. Смотрю так-то. Ну, бот триггерится, походу, на ключевые слова. Как только слышит, не смотрит, сразу пишет «смотрю». Автоматический ответ такой. Автоответчик у Джессуса. Я так-то еще и модератор. Ты еще и модерируешь, что ли? Надо следить. Правильно. Нехуй сюда просто так приходить. Надо выследить людей крокодила. Так. Слазить-то как? Q? Нет. Alt? Нет. E? Да. Похоже, меня опередили. Чё, найдите доносчика. Катефрес! Нек, его нет. Нужно срочно выяснить, где он. Узнайте, куда пропал Хотефрес. Вещи в беспорядке, но ни крови, ни следов борьбы. Может, он скрылся раньше? В свитках ничего важного. Пойду наверх. Кто это сделал? Ты кого-то защищал? Чё такое? Собака, что? Защищала кого-то. Чья-то кукла. Крокодил сильно пожалеет об этом. Я смотрю в чат и в чай. Не особо интересно, что в игре сейчас происходит. Песик, кукла. Ну все, пошли, сопли. Много свитков. Но как понять, где Хатефрес? Стоп. Перья. Почтовый голубь? Культура для всех. Объединенные знания. Где еще? Он сказал, пойду наверх, значит, все остальное идет наверху. Может, еще выше? Культура для всех. Еще и минус голубь. Да блин, голубей каждый день едят на вокзалах. Это не так обидно. Кого, голубей? А я не понимаю, где культура для всех-то, чё?
А. На голубятни все. Письмо, оставленное Хатифресом. Крокодил знает, кто я. Солдаты арестовали мою слугу по ложному обвинению и увели беднягу в ближайший военный лагерь. Что ж, крокодил, потягаемся. Если ты хочешь вступить со мной в бой, сначала поймай меня. Хатифрес оставил послание. Он успел сбежать, но солдаты схватили слугу. Если слуга еще жив, он знает, где хозяин. Откуда он, блядь, знает, где хозяин? Солдаты держат его в лагере. Блин, ну реально геймплей прям вот один и тот же. Прям пришел, что-то уж узнал, пошел, зачистил лагерь. Ну, возможно, трупы еще потаскал где-то. Без трупов тут совсем никуда. В смысле, зачем есть голубей? Шаурма, пирожки с мясом. С чего их делал? Кошек на всех не напасешься. Купила лаваш? Окошку. Уже готовые, разделанные. Пришел, расследовал, убил. Ну, типа того и получается, да. Ну, это же все надоедает. Ну, просто беда. Каждый хоть раз в жизни ел голубя. Само собой. В голубях есть нечего. Это ты так думаешь. А продавцы голубей найдут, что там пожрать. Меня не должны здесь заметить. Так, а почему тогда я так скачу? Что за египтянин у шатра капитана? Его так избили. Еле живой. Привет, Мирет. Слуга грека, которого мы ищем. А зачем мне на мачту? Капитан пообщался с ним, заставил выдать хозяина. Блин, если бы я допрыгнул сверху до него до кого-нибудь, я бы смог обоих ушатать, потому что у меня есть скилл теперь. Не, лягушки не развиты в наших вокзальных территориях. Ловушка пошла. Теперь сено полетело. А, нет. Во. Так, помечай кого-нибудь. Чё ты? Капитан. Или это не капитан, подожди. А, капитан 27-го. Блин, ну здесь что-то уровень, он прям побольше, пацаны. Это меня прям не радует совершенно. Куда они ушли-то? Это меня не радует. Это значит, мы будем отставать, и нам будут поддавать. Куда они ушли-то в натуре? Только что здесь были. Ну, почти. Еще психологи в чате. Скоро можно сюда за деньги кого-нибудь приводить, будем консультировать. Дал он второй психолог в чате. Блин, жалко, лук не дали. Он только что должен был голову разбить. Можно вискаря приводить, то он спивается. Ему уже не поможет ничего. Что ты? Человек уже все готов. Кто-то заметил? Нет. Опа. Он в тени, его не видно. Блин, надо капитан все равно делать. Как там? И сюда. Стелс козырный. Ну что ж теперь. Что ты? Психологи, врачи и программисты. Вдруг вот я стану наркоманом. Меня смогут откачать, поставить на ноги и дать работу. Даже классно, че.
Серьезно? О, я уже не убиваю их, охереть. Слышь ты, Боров, блядь. А чё дротики не сыпят его? Блин, я что-то вообще до них не докачан, короче, ни разу. Это очень плохо. Ну там чувак пошел зажигать этот, как его. Но там ловушка стоит. Воу. Что случилось? А, он бомбу бросил. Бляха, надо качаться. Да. Это, короче, на легком уровне сложности. Я чувствую, быстро ничего не получится. Блин, реально, разница в 4 уровня, а что-то она такая здоровая получается. Что это за херь? Придется выполнять всякое говно опять, что ли? Вообще неохота всякое говно выполнять. Вот вообще прям неохота. Доп задания. Ну здесь есть доп задания, но придется их реально делать. Бля, ну что за херь? Ладно, это сделаю, а потом подумаем. Двадцать пятого вот я уделываю, ладно. Чего? Да, теперь тебя надо зафукать за такое. Стража держит ухо востро. Зафукайте ее, чтобы больше такого не делала. Блять. Но обычных вот высекаю, а эти все уже красные, значит все херово, с ними ничего не прокатит. Бля, опять тебя нести, конечно же. Кто ты? Друг. Жди и не шуми. Я вытащу тебя. Эй. Зараза! Бля, ты не видишь, я человека несу, что делаешь-то? Хороший уровень сложности, конечно, хороший. Вот ты где. Блядь, теперь один чувак будет за мной бегать и мешать мне. Успокойся, я же уже ушел. Что тебе надо от меня? От Хатифриса? Нет, но он мне нужен, чтобы отыскать крокодила. Поможешь? Хатифрис сел на корабль до Меридова озера. Торговое судно со статуей отмечено нашим знаком. Крокодил отправил на его поиски наемников. Мне надо спешить. А ты спрячься. Прощай. Блин, я думаю, что надо, наверное, выполнять задания дополнительные тогда, которые выше моего уровня. От них будет больше пользы. Либо который с мой уровень. Тогда их придется делать меньше. И они будут давать больше опыта. Потому что ходить назад и выполнять задание 20 уровня, это вообще нехорошо. Послушать совет черного человека. За английский язык банят.
Может быть. Трансляция же на русском. Написано же «Рус» в названии трансляции. Не, мне интересно, это прокачка через меню. Это типа чит какой-то или это типа официально сделали для тех, кого бесит эта игра? И за немецкий тоже, за все подряд. Официально? Серьезно официально? Просто тупо уровень поднимаешь и все, да? Или там какие-то скиллы дают, что-то еще? Если игру удалила, то DLC вышло. Эй, ты, стой! Да? Бляха, давай... А, ну, то есть, как бы, я подниму себе уровень... Блять, уйди отсюда, что ты мне мешаешь? А, ты не должен мне мешать. Что они дают? Они дают мне доп. Очки на скиллы и уровень, правильно я понимаю? Качаться мне самому не нужно будет. Я просто тупо могу сразу пройти сюжетку очень быстро, так как у меня будет прокачанный уровень, правильно? Я правильно понимаю? Так оно все. Это не тот, что ли, корабль-то? Бляха, лодка уплыла. Ну что ты будешь делать? Ну так где? Давайте, говорите мне, где это делать? Я не скипну как бы саму игру, то есть я пройду до сюжетку, но просто не впадлу качаться, я просто пробегусь по сюжету и все. Здорово, вискарь. Я прошел сюжетку, выполняю 60% в доп-миссии, но летать у меня 37 уровень. В загрузке на сохранении должна быть опция поднять уровень. Блин. Ну ща, короче. Ну забаньте ее нахер. Ничего хорошего в ней нет. Блин, а вдруг у меня не сработает? Я же не играл в эту игру до выхода дополнений. Так, теперь они прислали за мной египтянина. Что ж, я уже давно не проливал столько крови. Меня прислал Аполлодор. Мы на одной стороне. И кто ты? И зачем пришел? Я Байк из Сивы. Что ты знаешь о крокодиле? О призраке, что поставил Фаюм на колени? Зачем он тебе? Он один из тех, кто разрушает Египет. И я намерен истребить этих тварей. Байк из Сивы. Пойми, они очень сильны. Крокодил изменил не только землю, но и людей. Тех, кого не смог запугать, он заставил служить. И ты не знаешь, кто такой крокодил? Я украл кодекс у продажного греческого магистрата. Из него ты узнаешь, кто такой крокодил. А орден можно будет уничтожить, только если передать кодекс Аполлодору. Где найти кодекс? Сейчас он у моей жены Хинут. Пока птолемейцы ищут меня, она в безопасности. Я пытаюсь сбить их со следа. Вот. Отдай Хинут, и она поймет, что ты друг. Это для моей дочери. Заберешь кодекс? Иди на пристань на юге Евхимерии. Здравствуйте, легионариум. Кстати, прошли уже? Байк, зайди на мой корабль. Там есть записи о делах, в которых может быть замешан крокодил. Может пригодятся, Миджай. Так, смотри, выхожу на основной экран.
Вышел на основной экран почти. Сейчас он выйдет. Ну и где? Настройка где-то? Наверное, у меня его не будет, потому что этот как его. Я же не проходил игру-то. У меня в этом. В Ю-клубе-то нету ничего, никаких записей о том, что я его проходил. Даже загрузки нет никакой. Че, обманули? Привет, Пундергейн. В самой игре нет опции загрузок? В самой игре? Удалить, продолжить, взлом анимуса. А, вот. Хорош. Еба, проблемы как уходят сейчас. Удерживайте пробелы, вы станете классным. Завершено обычных испытаний. Чё? Вы достигли 45 уровня. Вы получили дополнительные очки способности, получено снаряжение 45-го. Ой, хорош! Нормас! Чё это за говно? Мне такого не надо. Так. Таб. Снаряжение. Бля, надо было мой тот улучшить. Хотя... А, так он тоже улучшился. А он хуже. Ну все, и все это улучшилось, ни хрена себе. Классно. Все улучшилось разом. Бля, вообще теперь запариваться не надо. Способности. Сколько у меня очков? 25 очков способностей. А теперь можно подумать, что куда прохерачить-то мне. Серия яростных бросков. Такой у меня есть. Точнее, я что-то другим кидаюсь. Так, по луку, значит, по луку. Стрелы застрявшие попадают в инвентарь. Куда идет? Окей, вот это. Увеличивает урон от атак из любого лука на 1%. Маловато. Когда вы находитесь в воздухе и целитесь из лука, включается режим замедления времени. Хорошо. Удерживайте, чтобы усилить выстрел и повысить точность стрельбы. Это пойдет. Удержите, чтобы управлять стрелой хищника в полете. Бля, не вижу смысла пока. Накладывает на цель убитую из лука хищник. Гнилостный яд, ни хрена себе. Окей. С луком сейчас вообще красиво все будет. Максимально усиленный выстрел с боевого лука вызывает у противника кровотечение. Да, это пойдет. Вы можете носить два лука. Пока рано. Чтобы сено оглушило врага. Неинтересно. Вы можете выпустить больше стрел, прежде чем потребуется перезарядка. Как, блядь, перезарядка? Последовательное попадание из легкого лука наносит больше урона. Удержит, чтобы усилить выстрел и пробить щит противника. Окей, но это все на ближний бой, прям хорошо. Пробивает щит противника. Пусть пробивает. Блин, ну по луку я прям вообще нормально сейчас прокачался. Вот это тоже прокачаю. Все, пока так. Пока так, пока все отлично у меня стало. Блять. Вот это замечательно. Вот это нормально. Вот это прям красиво. Вот это спасибо тебе, Ubisoft. Вот видите, они хотели игру покупать. Охуенная игра.
Так, давайте по заданиям. То есть тупо сейчас идем, делаем сюжетку, и все будет замечательно. 32 уровень. Так, вот этого сейчас я быстренько ушатаю, чтобы он, сука, мне не мешался. Переместиться бы куда-нибудь то. Или так поплывем. Надеюсь, меня кто-нибудь подберет сейчас. Не было сразу же после туториала это сделать. Никто же не сказал. Я просто думал, что это как бы читерство какое-то сраное. А это, оказывается, официальное читерство. Поэтому мы сейчас довольно быстро все проскочим, получается. Так. Рокс Хен Криос Нидеймос. Добро пожаловать. Ух, теп, седьмой месяц. Ундор Грейн, тоже добро пожаловать. Удерживайте, чтобы управлять стрелой в полете. Так, подожди, я не поставил второй лук себе. Вот этот у меня будет основной... А, я не прокачал? В смысле не прокачал? Вот ты, бля. Хе-хе, ладно, не прокачал. Решили пропустить доп-квест, чтобы не качаться, в итоге пошли делать сюжетку, состоящую из доп-квестов. Так это не доп-квесты-то. Надо сюжет хотя бы посмотреть, что в чем вообще разница. Спасибо, бля. А чё ко мне никто не подплывает-то? Да отъебись ты от меня, слышишь, что? Даже разработчики Ассасина понимают. Да не, но если это сделано для тех, кто уже играл, и почему-то нет сохранений. Это странно очень, почему нет сохранений в этой игре. Они же должны куда-то там в Uplay заходить или нет? Так, пацаны, одолжите мне лодку, идите нахуй. Да, стрижка прям вообще огонь, блядь. Смотрю, прям не нарадуюсь, блядь, на лысину на эту вот. Холодно, голова мерзнет, серьезно говорю. Хоть, блядь, шапку одевай. Ну что, я буду сидеть как дурак в футболке и в шапке? Не. Когда и что новое будешь стримить? Я не знаю. Скоро. Я думаю, что теперь-то с прокачанным персонажем мы быстренько пройдем Ассасина, а там уже подумаем. Не знаю я какую. Несколько есть, но не знаю. Нет, паразит Еву я не буду сейчас проходить. Она вообще прям не вообще ни разу не на одном из первых мест и не на одном из первого десятка. Это когда-нибудь. Есть такие, кто в шапках кепках сидят. Ну, это типа стильно, там, модно, молодежно. А мне холодно, да. У меня нет стильной кепки. Ну, это, блядь, бомжатская кепка за 100 рублей. Вот был бы ламп в резиденте. Не, резидент сейчас тоже не будет. Он будет, но потом. Не сейчас. Резидент будет тогда, когда все научатся не подсказывать, когда все научатся не спойлерить. Когда я научусь получать... Точнее, когда я научусь вообще прям совсем не напрягаться на стримах. Что как бы они были интересны, чтобы я вообще не напрягался. Тогда будет резидент. Вот тогда, прям, когда все будет готово к этому, когда все будет прям... тогда и будет резидент. А пока что... Так, запретная зона, двух капитанов убить. А че я, блядь, вообще за ним бегу? Нахер он мне сдался? Я пошел в жопу, короче. Сабы вроде редко спойлерят. Да спойлерят, спойлерят, полно спойлерят. Прям, блядь, напрягает, серьезно. У Чика есть классная кепка. У Чика, блядь, много классных кепок. Ну что, не значит, что он Чика придет и отдаст мне. У Дангара дохуя кепок. Ну я что, буду ходить собирать, сказать, пацаны, дайте по кепке, что ли? А то что-то, блядь, холодно. Я выпотрошу тебя!
помер, что ли, нет? А. Нет, спойлерят много. Даже не то, что спойлерят, вот... Я не знаю, это как бы случайно получается или нет. Типа заходит человек на стрим, вообще не в курсах, и, бля, начинает на весь чат. А он, еба, видел вот эту вот хуйню уже или нет? И типа, вроде как бы он не спойлернул, он как бы и не знал, но один хуй, типа, он такой заходит. А он видел вот эту хуйню или нет? А там вот этот герой уже помер или нет? А он вот этого уже убил или нет? А он узнал уже, что вот этот предатель, или еще не узнал? Это как бы тоже нехуевый такой спойлер. Эти вопросы тоже нахер вообще не нужны. Эй, стоять! Но их все равно спрашивают. Так что учиться и учиться вам еще. Учиться и учиться. Он дошел до того-то. Да, вот, ну все вот это вот. А вдруг вот я, блядь, не дошел? Видят, сразу накинуться. Я за этим разговором про спойлер аж песню одну перефразировал. Через год на печи ложками. Через год на печи ложками стучат то ли 5, то ли 6. Не... Что это, блядь, за песня такая? Первые три части Resident проходил 10% от людей в чате. Да много кто проходил. Я тоже третьего Резидента проходил. Я и первого видел. Но это же не значит, что я от него все помню. Это же не значит, что у меня может там что-то... Не может мне там уже ничего удивить. Пошел нахуй. Модеры в этом деле мало помогают. Как бы я же вижу одновременно со всеми чаты. У меня глаз-то один уже постоянно в чат смотрит, я все вижу. Поэтому мне Агата Кристи 9 не летят. Я не в курсах. Не знаю такую песню. Никто не будет, и спойлерить не будет. Да будут, все будут. Все будут, не ссыте. Потом все приучатся, всех будут банить, да. И все будет нормально. Я от Хатефреса. Пришел помочь. Вот, кукла твоей дочки. О, я давно ждала вестей от мужа. Спасибо тебе. Поговорим за едой. Ну, не ври, что я с тобой 10 раз поздоровался. Я заметил сразу, просто там была как бы вставка, если что. Поэтому я ждал. Будут звать Исет, и она будет защитницей Фаюма. Твою мать, что она сказала? Чтоб не спойлерили, есть, по-моему, смайл мод. С тех пор, как Хатефрес заполучил этот кодекс, вот это заебись тема. Неспокойно. По ночам всюду солдаты шныряют с факелами. Эти негодяи нашу кухню едва не сравняли с землей. Ну хотя бы нас шадьи не трогают. Хатефрес об этом позаботился. Где сейчас кодекс? Я отправила самого надежного слугу спрятать его на нашей вилле. Они могут рыться там сколько пожелают. Это бесполезно. Отведешь меня? Меня снова вызвали на маяк для очередного положенного допроса. Будь осторожна. Похоже, их командиры подчиняются крокодилу. За меня не беспокойся. Не впервой. Они ни за что не посмеют тронуть представителя власти. Шадия, покажи Байку, где наш дом. Да, реально только смайлики в чат можно писать, и все. Наш дом видно вон с той крыши. Ну это надо побольше смайликов, наверное, какие-то. Ты же не боишься высоты? Боюсь, бля, боюсь. Я за тобой, малышка. Веди. Кричи, кричи и громче на ухо. Вот сейчас в современном мире кто-нибудь так услышит, и пизда рулем. Я за тобой, малышка, веди, веди. И мужик такой взрослый бежит за девчонкой, за маленькой. Что это за извращенный разговор вообще? Я часто здесь бываю. Отсюда такой чудесный вид. Люди не могут быть счастливы, как прежде. Ничего. Твои родители присмотрят за ними. Так где твой дом? Там, на холме. Видишь? Да. Там солдаты. Пидобайк, бля. Да-да-да. Так, перерыв Шаня. Прям пару минут. А теперь беги к маме. Здесь опасно. Со мной ничего не случится. Исет очень сильная. Она хранит меня. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.
Прощай! Мир тебе и Исет! Надо поменять шмотки, надоели эти уже. Так, а что тут закрыто все? В смысле, какого боя, блядь? Чё, дурак? Только какой вот взять? Может, купить на туре какой-нибудь костюм-то? Так, магазин. Только надо какой-то прям красивый. К нему уже выехали за пидобайка на стриме. Ко мне? Да ну не. Строить своего персонажа. У меня 700 х. Что можно взять за... Блин, а костюмов-то мало. Тут лошади в основном. Парадное одеяние фараона. Небесные одежды, испанские доспехи, призрачный воин. На бомжа, блядь, похож на какого-то. Доспехи фараона. О, блядь, вообще какой-то татаро-монгольская ига в таких бегло доспехах, наверное, нет? Эта хуйня будет разговаривать как с туалета опять. Костюм мумии. За 500 такое говно продают? Оружку я не буду брать, и у нее не будет вот такого эффекта. Теперь уже оружка не нужна. Место хорошо охраняется. Эй, еще нет, но найдем. Капитан пока допрашивает суд. Глупая деревенщина. Знаться с Хинут опасно. Верность может стоить ему жизни. А где серия убийств, алло? А тут упал на меня сейчас, или что там случилось? Убежал, походу, что? Что? Да как? Я убью тебя! Ах ты ж, сука. Сюда! Блин, на туре работает через лук-то. Через щит пробивает только так. Как же мне хочется, чтобы папа был дома. Я скучаю по нему, хочу показать ему мою новую куклу. У меня есть идея. Мама сказала, что отцу нужны эти свитки, и нам стоит их спрятать. Я помогу. Если я возьму их с собой, папе не нужно будет волноваться об их сохранности. Он сможет вернуться. Окей. Бобби. Это писала Шадья. Кодекс у нее. А я отослал ее к Хинут. Пизда, нужно найти Хинут раньше, чем солдаты. О, Шадья. Что же ты наделала? Нельзя вставать на пути у крокодила. Крокодил, крокодил. Надо хоть вышки, что ли, открывать временами, а то потом вот надо будет куда-то переместиться. Хотя, куда там надо переместиться и сделать это? А, по сюжетке, скорее всего, мы все будем в разных регионах бегать. При зубной боли не питаются антибиотиками. Не питается, а вдруг зуб гнилой просто весь. И там гниль по рту пошла. Нужно чем-то останавливать инфекцию-то. Она же от этого антибиотики-то пьет.
видел Хинут? Где она? Я видел, как солдаты повели ее к маяку. И Шадью тоже. Хинут с ними спорила, но те не слушали. Что-то случилось, да? Такого раньше не бывало. Беги к Хатефресу! Быстро! Проклятье! Хинут и Шадья уже на маяке! Мне нужно туда! Побежали, чем проблема-то. Мы голодаем! Побежал ты как-то, посмотри. Лучше всегда так бегал. Гниль можно останавливать Мирмистину. Да не, Мирмистину только промывает же. Как вам Израиль на Евровидении? Бля, ну это прям хорошо. Я прям вот... Сука. Странный Евровидение, конечно. Странный конкурс. Как сказала корреспондентка на Первом канале, раньше, говорит, Евровидение был просто песенный конкурс, в котором талантливые люди мерились типа голосами там и умением петь. А теперь она сказала, это нечто большее. И вот в этом нечто большее видно какую-то хуйню, которая никому уже не сдалась. Ну или кому-то сдалась, кто это организовывает. Бля, разом, смотри, ушатал. Ну и что, на 20 уровней выше? Пиздец, дочь убили, походу. Да не, ребенка не должны в игре убить. Это жестоко. Просто ее забрали куда-то и все. А, не, утопили, походу. Бля, ну это совсем жестоко, конечно. Это они на 20 уровней ниже. Да ничего не ниже, они такие же. Они такие же сильные, просто я стал сильнее. Блин, а вдруг вот, я не знаю, какая-нибудь австралийская комиссия по играм эту хуйню посмотрит. Австралийская комиссия по играм, по-моему, самая как-то ебанутая комиссия. За любую херню присуждают, там 128+, блин. О, ей пизда. Да. Если выживет, как она должна выжить? Никогда не выживет. Все кончено. Победа за крокодилом. Кодекса нет. Моя дочь, Шадья. Он отобрал у нас все. Он заплатит за это. И все, кто ему служит. Это не вернет нам Шадью. Нет. Но вместе ты найдешь утешение. И я тоже. Пусть так. Я сделаю все, что в моих силах, брат. Хинут что-нибудь рассказала? Только то, что с солдатами приходили другие.
Могучие, статные воины. Один из них рыжий. Кто они? Бандиты? Думаю, это гладиаторы. Они из Крокодилополиса. Ясигорск. Крокодилополис. Этот мерзавец использует их как наемников. Я найду этого мерзавца. Он умрет. Крокодилополичане игру придумали, наверное, да. Так, и чё? Мы узнали, кто такой крокодил-то или нет? Задание основное. Пасть крокодила. Редкий легкий лук. Награда. Ну, давай. Так, а мне способности не дали? Очень-то, я так понимаю, долго мне способности копить, чтобы второй лук взять. Хотя один уровень надо, ладно. Потом надо не забыть сразу, что обязательно нужно его прокачать. Блядь, да что это все такое за... Одни перемещения. Вот так вот, если разобраться, с готовым персонажем большую часть времени придется бегать. Бегать, плавать, скакать. Потом пару-тройку минут воевать, и потом опять плавать, бегать, скакать. Сына Байка тоже убили. Да это когда был-то? Его же не утопили, блин. Да серьезно, что ли? Его же просто, по-моему, зарезали или что-то там. Это же ничего такого, эту, блядь, привязали и утопили живьем. А, да, тем более он его сам зарезал. Причем тут убили-то? Это как бы домашнее насилие. Или на это не распространяется домашнее насилие. Да. Сам родил, сам зарезал. Как там? Я тебя породил, я тебя и убью нахуй. И все, крокодилополис. Сука, это ж надо такое придумать. За мной, по-моему, крокодил, да-да. Крокодилопчанин за мной вот поплыл сразу. Это меня так встречают, походу, на границе. Местные жители. Арена гладиаторов. Здесь крокодил нанимает людей в свою армию. Надарпов Диавикс. Живое воплощение битвы. Его кулаки смертоноснее меча. Это, блядь, Кратос под ультой. Эй, Нэп, расскажи мне о гладиаторах. О, это не люди, а боги. Сколько ярости в этих войнах. Они разрубят любого одним ударом. А там есть рыжие? Милостивые боги, ты разве не слышал о братьях из Галлии? Ты не чувствуешь их взгляд? Стирикс с Обеликсом. Их статуи позади меня. Где их статуи? Чё ты врёшь? Перидовикс. Верный слуга смерти. Его коса срежет недостойных. А, это вот эти вот? Чуть не особо они похожи на них. Извини, что ты знаешь об этом месте? Сам не видишь? Это арена для римских побоищ. По мне полная дикость. Но люди. Бать, какая молодоголосая бабуля.
Раньше это был храм. Напрасно они с ним так. Очень молодая бабуля, блядь. Ты тут хозяин? Да, я хозяин. Феликс Марцал. А ты кто? Очередной твердолобый бездельник, ищущий славы? Я хочу попасть на арену. Говорят, там есть достойный воин. Рыжий. А, ты про галльских братьев. Это правда. Так что давай не будем тратить время. Галлы в натуре. Ты не справишься. Пошел прочь, дай место настоящим бойцам. Нет, но он носит знак Меджая. Кого? А, да мне плевать. Ты воин? Вроде похож на свирепого грязного пса. Нет, нет, у меня уже есть боец из Египта. Охотница из силы, и ты ей не ровня. Жена, что ли? Она часто бывает у обелиска на востоке. Ищи ее там, если хочешь взбучки. Только так можно попасть на арену. Дерись на улицах, и гладиатор тебя заметит. Ну, походу, да. Жена сейчас там будет постановочная ебль... Ой, этот как... Постановочное еблобитие. Мне нужно узнать больше. Хозяин арены упомянул гладиатора из Сивы на востоке у обелиска. Вдруг я ее знаю. Сива небольшая. Надо проверить. Типа гладиаторы ходят по ночам, короче, и палят, кто где дерется. Интересная у них работа. Может, вот так он меня быстрее заметит? Где? Почему? Железо цены. Я не просто так людей бью, я делаю так, чтобы гладиатор меня заметил. Я должен бить всех. Нет. Вот сейчас меня так заметят быстро прям. Они от меня все разбегаются, блин. Вот хорошо. Промахнулся, повезло чуваку. В рубашке родился. Да хоть мне стрелять-то, блин. Защищайте Кирия. Ну и где она? Ну да, жена, да? Да, жена. Даже не узнает нихуя. Чего ты не стрельнул-то? Куда ты пощемала, блядь? Серьезно? А то не узнал вблизи-то нихера. Мне нужно только стражу бить. Да, да. Только стражу я и бью. Где она? Ты че, блядь, убегаешь куда? Или это не жена? Не, какая-то другая вообще. Тигрица ебать. Сестра его? Мой брат! О. Пырни ее и все. Как же я рада тебя видеть. Что ты делаешь в Баюме? Я слышал, здесь можно преуспеть. Но никак не ожидал увидеть тут тебя, Кенса. Ну что сказать? Я услышала зов арены. Представляешь?
Теперь я гладиатор, а? Идем, выпьем, поговорим. Да давай просто ее сразу отпиздим, да и все. В чем проблема-то? Сестра-то поймет, все-таки родственник, ну. Скажем, так надо ради дела. Говорю тебе, Байк, моя мечта почти сбылась. Если бы мне только дали шанс, я бы стала чемпионом. Куча денег, роскошь, слава. Это ж мечта любой женщины, а? Поэтому я в Фаюме. Начать новую, похоронить старую. Но меня не пустили. Так ты наконец-то отказался от идеи навести порядок в мире, друг. Мудрое решение. Феликс не очень любит чужаков. Но ничего, поручусь за тебя и будем сражаться плечом к плечу. Не, только не надо. Давай, в одиночку я буду биться. Я представлю тебя Феликсу. Я так рада, что ты здесь, друг. Так он друг или брат, я что-то не пойму. Или у них типа брат-брат там, типа брат. Как у всех братьев, брат. Куда ты меня ведешь? Надо сказать, типа, что она заболела, вот вместо нее будет драться Байок, и все будет нормально. Ну и что, она же выздоровеет потом, а Байок чисто пропадет. Или поддамся ей, чтобы она отхуячила его, и все. Типа она вернулась, выздоровела с новыми силами. Бля, теперь меня все охранники будут бить, да? А, ты еще один, что ли? Нормально. Я зарабатываю авторитет. Буду бить абсолютно всех, кто попадается. Вот можно вот эту толпу резануть разом. Сколько зацеплю? Одного, что ли? Можно было как в Bloodborne, они сейчас запищались, как гуси эти. Не-не-не-не-не-не-не. Очень плохое место. Хотя похеру. Вертикальный. Ну что ж, надо было попросить их, блядь, чтобы они штабелем легли, что ли? Даже теперь, что на вертикальный. Я думаю, попаду. Он будет биться вместе со мной. Но раз уж так вышло, что иберийцы вчера разорвали львы, у меня есть место. А если Генса поручился... Пожалуй, вашей команде нужно звучное название. Например, «Воины Сивы». Мне кажется, «Стражи Сивы» подходит больше. Достаточно звучно для тебя? Я слыхал их хуже. Пойдем. Здравствуй, Вилен. Вроде, блядь, 45-й уровень, но игра вообще быстрее не зайти не стала. Ты чувствуешь этот запах, кровь, пот и дерьмо. Если боишься обгадить свои доспехи, лучше сделай это здесь. Ни фараоны, ни боги не защитят тебя на песке арены, Миджай. Здесь ты, скорее всего, и умрешь. Красиво истечешь кровью под рев толпы. Но если ты вдруг выживешь... Получишь в награду славу и почет. И еще один шанс умереть. Такова не слишком долгая, но яркая жизнь гладиатора. Весело ему. Кто тут у нас? А, это Калистос. Где Калистос? Калистос, бывший солдат Птолемея. Он утверждает, что умеет сражаться. Гор, когда-то он был лучшим, но время никого не щадит. Увы, на арене он бесполезен. Теперь он тренирует новичков. Доспехи армии Птолемея? Собственные доспехи есть далеко не у всех. Их в любом случае сломают. А легион даже не заметит потери. И бои смотрятся эффектнее. Кстати, об эффектности.
На арене твое оружие выбираю я. В смысле? Исключений не будет. Я не хочу так. Кенсу ты знаешь. Именно благодаря ее рекомендации ты здесь. Баек, Крокодилополис приветствует нового чемпиона. Как скороговорка, бля, Крокодилополис. Еще одного неудачника. Взглянем на него в бою. И раз ты его рекомендовала, значит, ты и проверишь. Что скажешь? Скрестим клинки, Миджай! Покажи, чему научилась. Ты что делаешь-то, мать? 28 уровня? Ага. Как это так? Ты что? Да ну ударь ты ее. Сейчас ярость, короче, накопится, пизда ей. Ой, она умерла. Но для пустынного бродяги у тебя хороший. Я побеждала! Ладно, Кенса, сражайтесь вместе. Скоро начинаем. Она упала мертвая, бля. Приземлилась. Просто тыкнул я один раз, бля. О, нихуя, тут 18+, жопа идет. Хочет натравить на нас. Съедим и не подавимся, брат. Дружок, я отрежу твои яйца и скормлю тебе. Это наше главное препятствие. Гальские братья. Я знаю, что. Ебать они, короче. А чё в чатке к нему никто не плюнул? Нужно было по очереди всем плевать. По кругу, чтобы в конце, короче, Харчик опять пришел к первому. Мы готовы. Правда? Каждый так думает до тех пор, пока не получит по зубам. Поставлю вас против пары новичков. Если справитесь, продолжим разговор. Двух воинов ждет неравный бой. Толпа жаждет такого зрелища. Так что порадуйте ее. Да, плевки нельзя перекрещивать, иначе случится пространственный взрыв, нахуй. Отправляйтесь на арену. Ну, пойдемте бить ебальнички. Ой, а он мне что дал-то? А, это арена, что ли? Толпа, за них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай под место. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Ты че меня косишь-то? Пиздец, они мне на один удар. Че за слабаки? Давай посильнее кого-нибудь. У меня есть все, о чем я мечтал. Говорю тебе, брюхо! Че она бегает, интересно, вот сзади? Бей! Красава. Найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания. А что-то эти с одного удара не падают, что за дела? Бля, еще как-то чикует меня, ты смотри. Да прекрати ты, ёб твою мать. Интересно, интересно. Победу одерживают великие стражи силы, новые любимцы гостей арены. Скоро узнаем, смогут ли они развить свой успех. Как же удачно я решил поставить вас биться в паре. Толпа вас любит. Я же говорила, что нас ждет слава, Феликс. Слава? Что ты, не смеши меня. Озвучка, конечно, шикарная прям. В первый раз вам повезло, и что с того? Вы победили пару сопливых новичков. Каждый раз, когда кто-то плюется, я должен плевать. Вам далеко. Хотя надеюсь, что вы с ними встретитесь. Надоело ваше вечное нытье. Как нам сразиться с ними? О боги, и ты туда же. Лучше думай о следующем бое. А за наглость... Будете сражаться с вами. Да, он плюнул. Их уже давно не кормили. Сожрут любого. Так что готовьтесь. Если верить Кенсе,
Любой из них может работать на крокодила. Повезло же нам, мой друг. Я столько ждала и, наконец, сражусь с гальскими братьями. Спасибо тебе. Лучшего и не пожелаешь. А что это за контракты, о которых ты говорила? О, благородный Байек готов испачкать руки. Времена изменились, Сэнни. Что, трудно все время быть Меджаем, да? Спроси об этом Феликса, только потише. Лучший мутки, способ мутки, найти мутки. Крокодила – убить гальских братьев. Феликс, я слышал, некоторым гладиаторам дают подработать. А что, у него руки все изрезанные? А даже если и правда, то такое задание еще нужно заслужить. Твое тело, глупый ты выскочка, сражаться и все. Дерись на потеху толпе, другого не дано. Именно так я и сделаю. Мы готовы. Наконец-то! Народ в Кирене ждет, не дождется вас двоих. Если постараетесь, хорошо заработаем. Окей. Плевастый какой-то парень. Наверх ты, конечно же, не залезешь, естественно. Вот вставай свой меч-то, ну. О, бля, с огоньком. Шашлычок сейчас будем жарить. И заливятинки. Когда удается достать, они стоят дороже, чем тех, кто спрут. Мало чести в убийстве. Животных. Очень быстро. Очень быстро. Она его до сих пор не убила. Я уже четырех убил, она ни одного. Главное не убить. Ну какой здоровый дядька. До свидания. На арене нет никаких правил. Минус большой дядька. Ебать, Лёва как жалостно кричит. Я тебе отомщу. Ты умер уже, блядь, кому ты там отомстишь? Отомщу, говорит. Лёва так жалобно стонал прям, ну ни за что же прям пырнули кошку. А тут же еще один сидел в клетке. Красивые снова одерживают потрясающую победу! Готовы ли они к гальским братьям? Или нет? Да, конечно, готовы. Выпускай этих пидоров. Ну что там, за молодушка такая сидит, цветочка, бля. Чуть-чуть, как изюм маленько высохла, а так ничего. Ты видал, какие у нее модные цветы? Где Кенса? Сегодня ее навыки понадобились другим. Придется тебе выступать в одиночку. Не робей. Да мне насрать, давай быстрее. Новое тайное поручение? Ты стал задавать слишком много вопросов. Ведьмаке сложнее на ринах сражаться. Всякое случается. Я просто хочу проявить себя. Так попытай удачу. Будешь выступать против братьев. Победи, и тебя заметят. Один? Норм. Что с Кенсой? У меня нет места под новый смайлик. Нужно выиграть. Так, это что, гальские братья? А, нет, просто миссия какая-то. Тихо. Ну, блядь. Гладиаторы убегают от меня. Дождись давай. Конечно, храбрый. Уйди. О, бля. Вот это зарядил. Я оставил, короче, ярость на гальского брата, на одного. Что сделал, чтобы давилось место для смайликов? Нужно больше подписчиков. Ну блин, умирай уже. Ну ты что такой юркий-то? Нихуя ты, слышь? Ебать, что делает? Ты посмотри, что делает. Пырнул меня. Ты что, дурак? Ты кто, бля?
Прекрати! Отстань нахуй от меня, короче. Все, ухожу я. Отъебись. Придурок какой-то больной, блядь. Так ведь... подожди, это гальский брат, что ли, уже? Нет, 25 уровня. А в смысле, откуда у тебя лук-то? Ебать. Тут блядище такая. Там вообще не пробивается, подожди. О. Да не хочу ее ультовать-то. Он сейчас сам умрет, он глупый. Почти умер. Вот и все, тряпка ебаная. Ультить не буду, нет, нельзя. Нельзя на нагальских братьев оставлять. Оружие дали говнючее, надо со своим сражаться, что это за параша? Извини, что оставила, но вроде ты справился. Поручение Феликса? Для кого? Я расскажу, как придется ее убить. Знай одно, очень скоро мы с тобой будем богаты. Байк. Это то, чего мы так ждали. Наш с тобой шанс получить титул. Ну, по-любому, пока мы сейчас завалим братьев, а потом нужно будет друг с другом ебениться. Я ее пырну только так. Это уже не в первый раз. В этом же, как ее? Фейбл. Я же уебенил сестру, вообще глазом не моргнул. И здесь то же самое будет. Ник Энис сожирует. Ну что, деревенщины, вы готовы проявить себя? Время пришло. Зрители давно ждут достойных соперников для Виридовикса и Диавикса. Так что вы должны показать красивый бой. И еще. Никаких убийств. В смысле? Я не желаю терять своих лучших воинов. Братья тоже знают эти правила. Ладно, пусть себе живут. Мы над ними просто поиспаемся. Но это не дело. Гладиатор должен умирать. Что за дела-то? Это что, блядь, за детский сад? Ты охуел, что ли? Нам воздвигнут памятники, а наши имена напишут. На могилках, да, блядь. Ну, как, ни хрена себе, что за дела-то? Гладиаторов надо убивать. Ты на титул чемпиона! Непревзойденные стражи силы! Непобедимые! Несравнимые! Да! Гальские братья! Они думали, это про них, блядь. Нихуя себе. За что Лёву-то вот? А это Кратос в натуре. Чего, мочи выпил какой-то? Бля, надо первого с косой бить, больно оружка длинная у него. А, ярость-то ушла вся. Бля, я не того бью-то вообще, убей его нахуй. Во, мы нормально прям с ней сработали. Сначала одного удобно, потом второго. Это что сейчас было? Бля, ее убили уже, все, конец. Он обосрался. Ты че, блядь, слышь? Выебывался на меня там? Надо убивать, убивать по-любому. О! Он что, угладит? Ну давай, shift, 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 вставай! Умри нахуй. Вот так вот. Кто там говорил никого не убивать? Теперь придется друг с другом драться по-любому.
за эту хуйню. Это я его пырнул? Я не мог. Куда вы ползли, я, блядь, мечом тебя проткнул? Вон сидит красотка, золотка молодая. Крокодил! Гальские братья повержены! Почему он думает, что это крокодил? Ты убил девочку Шадью! За это ты умрешь! Около маяка! Это не мы, клянусь! Да, мы совершили немало ужасного. Но поверь, ребенка мы не убивали. Славьте новых чемпионов! Мы были стражей из Сивы! Схватили девочку и отдали Беренике, да, крокодилу! Это она утопила девочку, отобрала книгу, приказала привязать ей камень к ногам и столкнула в воду. Что мы могли сделать? Да. Поэтому ты на самом не зря ее заметил, смотри. Найти этого заказчика, крокодила! Байк, почему ты не рассказал мне все? Я бы помогла. Ты наемница, как и они. Я не мог рисковать. Что ждет гальских братьев? Нет. Долгая жизнь? Байк. Или смерть? Ты знаешь меня лучше. Здравствуй, Синбан. Смерть. Уже не Д'Артаньян. Смерть, конечно. Байк, зачем ты так? Ну чё, дай убьют их. Ебать. Кто он обиделся? Да, чё она мозги-то выёбывает стоит? Она тупая наёмница, у неё нет чувств, она за деньги всех продаст. Она сволота. С чего бы вдруг? Ничего не холодно, нормально. Здравствуй, Кемпфликс. Она хотела помочь. Она продаст всех за деньги. Она же вон как радуется. У нее, блядь, аж зубы горят от того, как она деньги хочет. Счастье, успех, деньги — это ее основное. Доверять нельзя таким. Крокодил. Бля, ну да, похоже она, конечно. Зря в маске ходила. Новое задание. Что за задание? Встретись с владельцем арены Кирены. Чего? Значит, Береника. Она крокодил. Это она убила Шадью. Это она разрушила столько жизней! Она говорит, что только ей Фаюм обязан своим процветанием. Ее влияние очень велико. Доход ей приносят земли на севере. Амбар Киркисуча — крупнейшее зернохранилище. Она проводит встречи с влиятельными людьми Фаюма. Каждый вечер на своей вилле она умасливает их подкупом и сладкими речами. Значит, найду ее там. Спасибо тебе за все, мой друг. А ты куда? Вернусь домой на нашу виллу. И буду пить. Нам с Хинут нужно оплакать дочь. Прощай, Байк. Сделаешь то, что должно. Приходи, мы будем рады. Пойду бухать. Арена заблокирована. Не интересует. Окей. Очередной переезд на целую 1000 метров. О, а у меня здесь... Нет. Хотел сказать, но тут что-то открыто, но хуй-то там. Поехали-то на верблюде. Эу-эу, блядь. Пиздуй. О, а теперь можно отдохнуть, пока он скачет. Можно отдохнуть. Здравствуй, Макс. Рик и Морти, да, смотрел. Целиком. Весь прям. Все 7 сезонов. Так это не верблюд, это чокобо. Не знаю. Там всего 3 сезона. Но это известных 3 сезона, а у меня специальный доступ.
Мне разработчики дают специальный доступ. Да, я 7 сезонов смотрел. Просто они просили никому не говорить, а я что-то ляпнул с дуру. О, блядь. Ну ладно. Все равно мне никто не поверит, поэтому, я думаю, не особо сильно прокололся. Золотоксиан не убью? Нет. Крокодил где-то внутри. Внутри чего? Так, тормозить пора. Бррр. Бррр. Сколько они уже голосят под воротами? Изменений нет. Бесполезно. Греки нас грабят. Намарх, который отбирает еду у нас. Лучше не привлекать внимание. О, уже поздно. Твой час пробил. Да. О, здорово. Блин, здесь можно, в принципе, даже не это как, его просто быстро пробежать, да и все. Цель работает, окей. Пойдем убьем рабочую цель. Вот шлюха, смотри. От пидорасина. От пидорасина. Я ж сказал, она тварь. А вы ему за что он обиделся? По ней же видно, что она еблоида. Вот это хорошо сейчас был. Так, ну-ка иди сюда, уебище. Кому ты служишь? Прости, что все закончилось вот так. Да обретешь ты мир в объятиях. Да ёб твою ж мать. Я не стал с ней долго разговаривать, неинтересны мне с ней разговоры. Убита одним из вас. Шадья. Кто? Шадья! Девочка, которую ты утопила! Такие, как ты, не видят великого будущего Египта. Так ты убеждаешь себя. Ты даже не помнишь своих жертв. Шадья, дочь Хинут и Хатефреса. Хинут упряма, как камень. Этот кодекс разрушил бы все наши надежды. Ты разрушаешь семьи. Я делала, что должна. Я уничтожу все, ради чего ты жила, Береника! И всех, кто думает так же, как ты! Но сейчас важно другое. Ты убила Шадью! И последнее, что услышишь, ее имя! Шадья! Я тут не понял нихера. Как он ее пырнул-то? Ой, опять, короче, сейчас бабы вылезли из гроба из этого. Я вообще ничего не понял. Чем он ее пырнул? Пером или чем-то? Один здесь разговаривал, другой сзади шел. Что происходит? Может, ее крокодил сожрал? Кто такие абстерга? Они узнали. Вот черт, дерьмо! Ди! Черт! Они и здесь! Так, Лейла, слушай, я знаю, ты сможешь выбраться отсюда. Тамплиеры, плохиши, корпорации тамплиеров. В смысле, как она сможет выбраться? Она же не ассасин. А у тебя какой уровень? А, у тебя нет уровня. Чего? Она ее, походу, не отпустила еще. Ха-ха-ха.
Че, блядь? Че он на туре с луком-то идет? Ага, я тоже в ахуе. Ты можешь быстрое убийство делать? Ну как ты там? Нормально. А у тебя есть меч? Нет? А куда выбираться-то? Просто убить всех? Интересная задачка, спокойно. Так она тоже ассасин, что ли? Почему, блядь, они борются с доисторическими лучниками? Чё за бред? Нужно действовать. Смелее. Куда уж, блядь, смелее после трех трупов-то? Это действительно настоящая реакция на смерть подруги. Чтоб вас, Абстерго! Вы заплатите! Суки! Надо было добавить хотя бы. Если вы слышите это, то вы из Абстерго, а я мертва. Окажите услугу. Передайте эту запись Софии Рике. Я мечтала попасть на проект Анимус. Ждала 12 лет. И все впустую. Я создала Анимус, способный проникать в память чужих предков. Это был настоящий прорыв. Даже стала свидетелем создания братства. Артефакты, легендарные таинственные гробницы. Я нашла их. Убив меня, вы лишились всех этих знаний. Я понимаю, почему стала целью. Но при чем тут моя подруга? Она ведь... О, милая моя, как же ты была права. Да ей похуй вообще. Пойду еще посмотрю, блядь, пока не схватили. Что такое? Вторая серия кинца. Да нормально, с интонацией. Просто отдельно, наверное, фразы озвучивали. Типа она не поняла, что нужно как бы более плавно переходить. Да я вообще не понимаю смысла выхода в этот вот, в настоящее время. Типа поддерживать один глобальный сюжет. Для меня вот вообще непонятен. Че, вышла баба из гроба, блядь, пообщалась с другой, обратно зашла. Интересно, как там хатепресы хинут. Навещу их. Навещи. Так, в боёк мы заключили союз с Помпеем, но у Паладора неоднозначные вести, люди, которых мы выслеживали, не убийцы Хему. Да, они негодяи, но теперь у нас две новые цели, Скорпион и Шакал. Оба принадлежат к страже царя Птолемея. Встретимся в Гераклеоне, я прибуду туда, как только мы с Фоксидом завершим свои дела на море. Я люблю тебя, боёк. Мы не выбирали такую жизнь, но судьба открыла двери ордену древних, и мы должны закрыть их. Ай-я. Здесь не осталось этих тварей. Всех подряд режут, сука, всех подряд. Так, морское сражение. Для еще одно морское сражение, это неинтересно. Надо сказать Аполлодору. Надо, надо. Блин, как знал. А, здесь открытая вышка. Подругу, конечно, жалко, но мультики про накачанную Виджа интереснее. Да и вообще мне не жалко эту подругу. Кто, они даже ни разу не видели ее. Че? Как на арену меня хотели затащить. Это не гроб, это анимус. Это не анимус, это аватар. Дальше будем спорить? Может быть это, блядь, чехол от виолончели? Куда ты возвращаешь? Что-то я долго грузится-то. Какие стримы будут? Разные, всякие.
разные. Я не знаю, какие. Так, во, нормально. Блин, вышку бы открыть, конечно. Мало ли пригодится. Здесь не осталось этих тварей. Надо сказать Аполлодору. Гераклеон. С кем он сейчас разговаривал? Почему неприятно? Ты боишься, что ли? Ты боишься, когда камера отдаляется? Закрывай глаза тогда. Перекур? Перекур, да, наверное, близко. Перекур близко, даже не перекур, а пережрур, наверное. А может быть и конец, я даже не знаю. Так, Илья Зага. Правильно, нет? Мистерика, Серега Хилл, Синоптик, Три Семерки, Говяжий Дошик, Норко Аурум, А7-1. Добро пожаловать. Всем вам добро пожаловать. Да я не знаю, блин, что-то неохота потом. Я сейчас поем, и мне неохота будет стримить уже. Да нужны мне твои фрукты. Кто фруктами есть-то? Фруктами не питаются. Меня Сивы? Как ее звали? О какой битве ты говоришь? Ты не слышал? О, друг мой, слушай внимательно. Я расскажу, что случилось. Блять, это в натуре, короче, морские бои, да? Мне не так понравились. Стреляешь, таранишь. Легенда гласит, что греческий капитан и египетская богиня отплыли из Александрии за тем, чтобы найти флот габинианцев. Лишь прочная трирема и верная команда против прославленных боевых кораблей. Плавучие горы, что несут по 10 тысяч человек и полыхают всепожирающим огнем. Где эти шакалы-габинианцы? Лазутчик сказал, они пройдут здесь. Наврал, сверну его тощую цыплячью шейку. Кто такие габинианцы? Откуда они взялись? Изгои из Рима, возжелавшие Египта. Предатели все до одного. С римской дисциплиной и жестокостью птолемейцев. Противники как раз для нас. Что ж, а что не плывем-то? Так, я уже забыл, как управлять-то. Пробел ускорения. Это стрелять. Shift щиты. Все, все помню, все нормально. Мы с тобой, капитан! Ой, чуваку барабан поменяли, он, по-моему, другой был. Он опять, короче, стучит просто так, чисто по приколу. И это весь их флот? Матчах Посейдона нет же! Это всего лишь малая часть их полной мощи, судя по всему. Ну что, прилетело, что ли? Нет, ебать. И следа проклятых октарям. Так даже лучше для нас. Мы потопим их. Ой, больно. Вперед, приготовить стрелы. Идем в атаку. Никакой пощады. Они-то нас точно не пощадят. У них октарема? Что же нам делать? Так, как там бомбу-то кидать? Забудь про страх, Амаз. Они просто нас еще не знают. Это горы ты их не спасешь. А, бомбы, может, не накопились еще?
Минус один. Контратаки какие-то, блядь, добавили. Лошарский удар. А, бомбы-то они изблизи. Еще один подарочек Посейдону. Надо теперь бортануть. На, сука. Венецианцам пришел конец. Все 20 боевых кораблей оказались в объятиях Посейдона. Это было 20? Одни. Вопреки лютой ярости ветров и морей, они победили! 20? Даже Помпею не потопить столько кораблей. Да, допиздился вам его немножко. Я это слышал от того, кто там был! Капитан, это победа! Габинянцам конец! Не торопись, сынок! Мне доложили, что кораблей больше! Это не весь их флот! Идем на восток! Отправляемся в пасть крокодила, если верить вашим лазутчикам. Ха-ха-ха, что с того? Я и не таких зверек повидал. И все они пали от рук нашего капитана. Всех убил, нахуй. Капитан всех убил, вообще жесткий. Капитан. И нас тоже. Не, я Mass Effect не буду проходить, она мне не нравится. Я пытался играть в первую часть, мне вообще прям просто фу. Это совершенно не мое. Ни по геймплею, ни по, в принципе, внешнему виду, ни по... непонятной расы, чё-то херас... Уф, не. Нет. И новые Mass Effect, и старые. Они же все одинаковые, там только сюжет меняется. Идем, хорошая песня, да. Больше скорости! Нахуя такое долгое перемещение-то сделали? Снова появилось множество кораблей. Целых 40 смертоносных громадин ждали наших отважных героев. А пиздобол, вас заливает нахуй. И оказался еще один корабль. Таких огромных еще не видывал свет. 10 000 воинов стояло на его широкой палубе, стуча оружием по щитам. Должно быть, это крупнейшее сражение в Средиземноморье. Тишина от пиздоболы, сука. Опутала все. Как вдруг вот так и сыпется сквозь туман, словно в кошмаре. Не поддавайся уловкам, Дамаст. Они хотят сломить наш дух, но у них не выйдет. Это пламя, оно не гаснет. Фокси, это орудие может нам пригодиться. Есть у меня один приятель приятеля. Они сражались как боги. Пришел час славы. Стреляй, блядь. Это было напрасно. Здесь появилось больше кораблей. Их буквально давило огромное. В смысле больше? Ты что, издеваешься? Будто посланное самим Орехом. Силы угасали. Но команда их снова восполнила. Благодаря громовому реву капитана и богини. Еще корабли! С востока! Клянусь Аидом! Бля, меня сейчас так раскатают. Ладно, самый большой победа! Сломали. А вон Ра благоволит всем нам! Алла-ла-ла-ла! Какой классный боевой клич, бля. Алла-ла-ла-ла! Алла-ла-ла-ла!
Ну, здесь, походу, море не по уровню работает, а просто, в принципе, есть море, и нужно стрелять. Ну, рассказчик, конечно, веселый, да. Чуть-чуть приукрасил, чуть-чуть припиздел. Может, он математику плохо знает, не понимает, какие цифры все значат. Итак, Фоксит и богиня стали легендами, оставив позади сотни тысяч утопленных габинианцев. Поверьте, даже сейчас я плачу. Говорят, если прошептать волнам молитву, можно услышать, как в ответ прилетит боевой клич. Изобразил. Алала! Алала! Так все и было. Точно так. Какой рассказ? Богиню звали Айя. И да, она богиня. Не знаю, есть ли еще правда в твоей истории. А что есть правда? Величие, дозволено все. Должно верить в акт создания. Иначе уподобишься габинианцам. Ты хороший рассказчик, друг мой. Только не знаю, то ли это какая-то игра, то ли история. Это одно и то же, друг мой. Они неразделимы, как океан и дождь. Алла-ла! Теперь ты видишь! Говорят, что если в ракушку крикнуть «Алла-ла!», вот, приложить ее к уху, в ответ придет тебе «Пошел нахуй!». Что-то типа того. Да? Тупое задание до невозможности просто. Путь габинианца. Еба, 8 километров, охренеть. А это недалеко. Алла-ла, блядь. Он проверил теорию. Чё? Зачем? Да ну брось. Так, где верблюжа моя? Верблюжа, блядь, иди сюда. Поехали. Бррр, блядь. В смысле? Почему она не открыта? Какая разница? Здесь дороги что ли нет? Это тупой. Чё, блядь, не так-то? Ебать, недовольный чукобо. Да не дру, а запрыгивай давай. Ой, ты, блядь, искупайся в навозе. Собака неблагодарная, блядь. Ой, Андроно, добро пожаловать, Пандалинка, второй месяц, а вот и второй месяц, Курлык, спасибо за весь позитив. Пожалуйста, пожалуйста. Чокобо как страус. Нет, чокобо как чокобо. Я же на вышку бежал. А зачем она мне теперь? Ой, короче. Неадекватная скотина. Здесь тоже ты не сможешь ходить по дороге? Не хочет. Не хочет, смотри-ка. Стой. Здорово, пацаны. Умру, да. Неадекватная скотина, бля. Где постоянно эти спасатели? Они постоянно... Ой, ёб твою мать, это все море, что ли? Походу, да.
Блин, лодка нужна. Сейчас кто-нибудь подплывет. О, здорово. Да-да-да, иди нахуй. Быстрее давай. А, ты со мной поедешь? Чё? Ну, потому что там было место свободное, поэтому не выкинул. Это все острова нужно, короче, обруливать. А, нет, не нужно. Этот умный. Он подумал, что как бы потом эту лодку вряд ли найдет, поэтому спрыгивать не будет. И остался на ней. Ой. Извините. Чуть-чуть перевернулся. Все, чувак, беги. Какие-то трущобы, блядь, с дресней какой-то вместо воды назвали Гераклом. Почему они по всему, короче, этому разговаривают все на одном и том же языке? Должны же все на разных разговаривать. У них в общих должно быть пару слов всего. Так, вышка, вышка. Бля, опять плычут. Сука. Да не ори ты на меня, нормально у меня все. Кто-то вот всяко старался, рисовал все эти текстурки, придумывал, как здание раскидать. Она по-польски сейчас заговорила? Извинище наше прошили, это же польский, по-моему. Байкун. Добро пожаловать, Байкун. Я принес твое вино. Да и... Кто вернулся? Байек из Сивы. Рад видеть тебя в Гераклеоне. Здесь есть вино, женщины и все, что Меджай желает. Выбирай. За царицу. Алкатана. Байек, ты выбрал удачное время. Клеопатра, я все еще ищу убийцу сына. С орденом покончено. Но кому из нас это нужно? Есть еще два имени. Орден не может... А сколько имен после этого? Столько, сколько понадобится. Я хочу одного, помочь сыну предстать перед Анубисом. Я не... Ты мне нравишься. Но меня, в отличие от Айи, ваши дела не волнуют. Так что для тебя этот знак? Ты что, забыл? Для тебя он важнее, чем для меня.
Наш враг не один человек. Ничто не закончилось. А я поняла, что теперь все изменилось. Я твой правитель, а ты Меджай всего Египта. Идем. У нас есть дар. Никто ничего не заметил. Я скрылся в дымке расфокуса. Как там Айя? Айя все еще защищает моря. Должны прибыть со дня на день. Мы объединимся против Ордена, и все изменится. На своем пути я видел много ужасного. Наша страна страдает. Нельзя дать Ордену вновь обрести силу. Да, Баек. Вот два новых имени. Шакал и Скорпион. Они приближенные моего брата. Мы думаем, это они устроили покушение на мою жизнь. На твою жизнь? Филаки твоего брата? Сложно сказать. Габинианец. Один из воинов Септимия. В его армии 2000 бойцов. Я надеялась на союз. С Септимием? Римлянин? Он ведет их? Да. Он полагает себя истинным египтянином и при этом посылает ко мне убийц. Это не в египетских обычаях. Айя думает, он работает на Орден. У него здесь есть доверенный, охотник. Возможно, это он стоит за смертью моего сына. Бля, скоро весь Египет перерубит нахуй. Проклятье! Убейте меня, наконец, трусы! Ой, блин. Вот твой дар. Он из Ордена Древних, как Септимий. Рыскал вокруг виллы. Возможно, он даст тебе ответ. Твоего сына убил мой брат, но мне-то плевать! Тебе плевать, а мне нет. Я был с близняшками, охотник! Доволен? Я постараюсь узнать что-нибудь еще. А ты пока наведайся в бордель. Да. Переверни этот город Диониса и узнай все о заговоре. Клеопатра охуевшая какая-то. Нахер ему вообще все это надо? Он не хотел быть Меджаем всякого. Он хотел сказать, идите нахуй, я сына убью и все, и закончим на этом. Вот тут, блядь, туда я ходи, сюда его. Ходи. Он под моей защитой. Делать ему нечего. Сучарами кричат, блядь, сучара, говорит. Просто бежишь по улице, тебе кричат, сучара. Нормально, не? Негостеприимный город совершенно. Я их на монтаже себе примонтаживаю. Очки. Записываю тоже без очков, потом на монтаже накидываю очки себе. Мастерство монтажа. Чё? Тёлки будут? Бля, надо выключать, значит. Да иди сюда, попизжу с тобой, ёпты мать. А, вижу, ты воин. Предлагаю скидку. Постой. Ты ведь не один из габинианцев. Нет, вовсе нет. Я Меджай. О, раньше Меджаи часто заходили. Сейчас нет. Кому ты служишь? Клеопатре. Слышала, что она здесь. Меджай, который служит царице. Золото карман не жжет? Я хотел бы поговорить с близнецами. Поговорить, значит. Ладно, у всех свои странности. Тебе придется заплатить мне, говорить ты будешь или что-нибудь еще. На Твиче можно в играх показывать сиськи. Да и на Ютубе можно, только там скинут 18+. Здесь в правилах написано, можно показывать сиськи, если того требует игра, но не больше, чем положено. Не больше, чем нужно, точнее. Иди наверх, располагайся. Близнецы найдут тебя. Вчера у них была тяжелая ночь. Так что говори с ними нежнее.
Не знаю. Подождите близнецов наверху. Ты хотел поговорить? Я ищу Габинианца, охотника. Чш, не произноси вслух. Он бесчестный мерзавец. Я не собираюсь покрывать это чудовище. Да, люди боятся его, но ты должен его убить. Ты можешь найти его на площади. Скоро его нельзя будет найти нигде. Да. Я и не заметил. Короче, близнецы это типа пацаны бабы. Внезапно оказалось. Веселые картинки, да. Да надо бы сейчас. О, Анубис. Что тут случилось? Похоже, охотник не один. Воняет, как на болоте. Посуда разбита. Похоже, неспроста. Это как, блядь, она разбита? Это железная посуда-то. Кровь на стенах. Охотник не в себе. Что же вы замышляете? А где расследовать-то? Клеопатра вместо мишени? Охотник натаскивает своих габинианцев на убийство. Что-то не похоже нихуя, надо было с жопой сразу приделать. Кувшины. Но запах не вина. Масло в кувшинах? Его хватит, чтобы сжечь весь город. Нет, не хватит. Ну. Алло. Ой, блядь. Ёбана змея. Лютни, помада, всякие масла. Здесь были блудницы и римские одежды. Странно. Похоже, не хотят привлекать внимание. Великие расследования. Воин переодевается женщиной. Так проще проникнуть во дворец. Они войдут в порт, словно торговцы, и устроят пожар. Воспользовавшись сумятицей, лучник убьет царицу с высоты. Охотник. Непростой ручной пес Септимия. У него свои люди в ордене. Я должен скорее найти их. Поджигатель путешествует, охуенно. Еще что-то. Окей. Их нужно всех убить. Сейчас, короче, эту миссию доделаем и хорош на сегодня. А завтра, может быть, мы пройдем много. Надо потом посмотреть, сколько процентов в конце стрима. Может быть, здесь уже почти 100. Лексус. Самозванец. Римлянин, желающий смерти царицы. Скажи спасибо. То есть я такой беспалево убегаю, чтобы никто не спалил, а он орет нахуй всем под ноги. Нужно быть осторожным. Что, спалили, что ли? Не должны были спалить-то.
Но завтра понедельник. И чё? И как это кому-то может помешать? Есть же телефоны, есть компы на работе, мониторы на работе, все что угодно есть на работе. Можно спокойно смотреть. Очень долго реагируют пацаны. Она услышит сейчас, блядь. Ну и вышечку заодно. Не, я не обещаю, что завтра стрим. Я просто говорю, что если вдруг, то завтра. Побольше пройдем. Когда хочешь не пойти в школу, но ты там работаешь, бля. Херово закончить школу, все равно не уходить. Ну, вообще опять трахаться буду, значит. Как всегда. Баек! А, ты пахнешь морем. Да, я давно не была на суше. Но теперь я твоя. Баек! Вот это да! Вот это да! Вот это да! Я всех убил. Я не понимаю, где мои, где не мои. Синие мои. Все, я всех убил, красава. Опять что-то, ёпта. Охотник, здорово. Дурак, что ли, совсем? Не стоит так говорить о богине. Египет. Где, блядь, быстрое убийство-то? Ой, ебай, ебай, ты такой дурной, короче. Раз такие, как ты его защищаешь. Болтай, пока голова еще на плечах. А ты давно заглянешь в бордель. Там тебя ждет мой подарок. Твои угрозы смешны. Ну же! Ну-ка, не толкайся ногами, ты охренел, что ли? Какой ты глупец! Думаешь, что сможешь сорвать наши планы? Скоро ты умрешь. Начало положено. Нет, Клеопатра! Нихуя он хитрый. Я думал, я его обманул. Да спрыгни ты оттуда нахуй. Я выиграл только что. Я вручу ее тебе, самому достойному из достойных. Ой, блядь. Прибереги место в Дуате для своего брата Септимия. Маленько застрял чуть-чуть, совсем немножко. Эй, старик. О, ты ранен? Так, царапина. Все хорошо. Ничего не болит. Так, естественно, вы не дрались нихера. Но одно я прекрасно понимаю. Меня по-прежнему хотят убить. Царица, отдыхайте. Мне не нужен отдых. Я же нихуя не делаю, действительно. Мне нужен трон. Мой трон, гниющий в руках моего брата. Пусть Фоксид готовит корабль. Встретимся с Помпеем. Если не он, никто. Вы предупредите его о нас. Да, царица. Баек, нужно спешить к Помпею, пока не поздно. Проведите Аю, где высадился Помпей. Давайте, короче, игра на этом заканчивать. На сегодня хватит.
Хватит, хватит. Сегодня воскресенье, надо отдыхать, завтра тяжелый день, понедельник. Надо всем на работу, на учебу, куда-нибудь еще. И все дела там сюда, туда. И думаю, возможно, завтра что-нибудь получится, но не факт. Не факт, поэтому обещать ничего не буду. Так, я сейчас посмотрю, сколько я процентов прошел в игре. Сейчас я ее закрою. Так, выйти на рабочий стол, да? Да. Так, 18 часов в игре, прогресс 41%, но он сейчас обновится. Блять, мы прошли всего 7%, серьезно? Очень медленно мы что-то сегодня. То есть мы за 2 часа прошли 7% игры. Имеется в виду сюжетки. Наверное, сюжетки же, правильно? Мне кажется, что-то это как бы... Нет, мне кажется... Да что-то мало. Уровень игрока 45, UB 724, пройдено расстояние 175 тысяч километров. 175 тысяч метров. Вот, не знаю. Не знаю. Может быть, мы завтра пойдем в DLC, почему бы нет. Сколько можно? Рэнди, добро пожаловать. Почему бы нет, я не знаю. Так, чтобы я не забыл для себя, 1148, это номер песен, которые сегодня играли в начале стрима. Ссылка, говорю. Запись стрима на втором канале завтра появится. Музыка, которая играла в начале, тоже там будет в описании. Спасибо всем, что пришли. Спасибо всем, что были. Всем, кто посмотрел на ютубчике это дело. Всем до встречи в следующий раз. В следующий день какой-нибудь. Не знаю, что делать. Серьезно, 48%, 7% за 2 часа. Это получается 3,5 в час процент. Это ж, блядь, что-то... Это получается, что... Что, 3,5% в час? Это... 10% 3 часа. Это 15 часов еще осталось сюжетки. Да я хуй поверю. 15 часов для сюжетки, это, блядь, в сюжетных-то играх столько не бывает. А эта игра с открытым миром, здесь не должно быть столько сюжетки. Я думаю, не знаю, почему так мало. Не знаю. Ой, не знаю. Короче. Может быть, потому что мы вначале еще что-то делали неправильно. Потом вдруг уровень появился и все стало хорошо. Короче, ладно. Все, разберемся с этим в следующий раз. Еще раз всем до свидания и всем пока. И все. Все, до свидания.